Иван Грозный молится по сыне. Эх, да собирается наш православный царь, да он к заутрене, к тому ли свету, свету светику Ивану Великому. Эх, да как становится наш православный царь, да он на своем месте. Как становится наш православный царь у правого клироса. Эх, да уж как молится наш православный царь Ивану Великому. Уж он молится, наш православный царь, да он низко кланяется. Эх, да как позвать-то его все бояре-князья. Они остановились, как промеж-то себя ухмыльнулися, князья ухмыльнулися. Эх, да уж как гневно на них православный царь, да он оглядается. И чему-то, чему вы, бояре-князья, чему больно радостны? Эх, да иль не знаете вы, иль не ведаете, горе-то великого. Знать неведомо-то вам, кручинушка, безысходно царская. Эх, да как угасла-то свеча местная, закатилась-то звезда поднебесна. Моя светло-звезденька не стала мла царевича.